Привет, мои дорогие! Как у вас дела? Все хорошо? Надеюсь, все отлично. Мерабалар такипчиларым, насылсыңыз, иимісіңіз? Бен и. Hi, my dear. How are you? По просьбе. Молочный суп у нас сегодня, девчоночки. По просьбе Залины и Гульзады. Вот, молочный суп попробуем с мелочком. Опять же, мелочек, если весь сюда закину, он размокнет и хрустеть не будет. Буду закидывать понемножечку. Хорошо? Бьем безымки сут блян тебеширемис. My dear, milk. Ассорти. Ну что, начнем, да? Кстати, кто-то там говорил, кстати, коробки не пустые. Там девочка пишет, зачем ставить пустые коробки? Ой, пустые коробки же мы выкидываем, зачем их ставить и вправду? Сегодня у меня вот такая большая ложка, просто огромная такая. Самая большая ее взяла. Вот помните, я снимала видео на моем втором канале, когда я была в городе в другом. Вот, приобрела вот эти деревянные ложечки. Наверное, штук 5 я купила тогда. Вот, пожалуйста. Ну что, похрустим, наверное, да, девчулечки? Много не будем закидывать. Так вкусно. Супер.
Так вкусно. Давно я так не ела. Очень вкусно. Ями. Что писали? Так вкусно. Ями-ями. Ну, такая будет Маша. Если будет молоко, вот так вот. Это молоко домашнее. Такое вкусное. Холодное. Сучок гюзель. Эль сюте, кёй сюте. Хэмдэ соук. Супер. Дойду, муфтышам. Ой, девчули, так наелась. Хочу вам сказать, девочки, такая новость. Вы, наверное, знаете, у меня есть второй канал. Завтрашнее мое видео будет на втором канале. Пожалуйста, подписывайтесь. Буду чередовать и здесь, и там.
временно чередовать. Вот. Сегодня я напишу под видео. Ссылочку оставлю на мой канал второй. Пожалуйста, подписывайтесь, заходите. Завтра мы что-нибудь поедим. Ну, наверное, что-то уже туркестанчик охота. Вот, ну, посмотрим. Еще хотела сказать вам, что все по очереди, девчоночки. Очередь, вы даже не представляете. Я вам покажу так просто наглядно, да? А то прям мне там кто-то написал из моих девчонок-то, завтра поешьте. Завтра никак не могу, потому что список просто вот так и плюс вот так. Ну, вы представляете, да? Я же это все не могу здесь за 2-3 как бы видосика. Так, продолжение вот здесь. Ну, в общем, вот. Это все список, девчоночки. И все по очереди. Я всех записала, всех записываю. Я стараюсь никого не пропустить. Ну, конечно, мало ли, все бывает. Если вдруг пропущу, напомните еще раз. Вот, некоторых мелочков у меня здесь нету. Песчаночки, подвислое просили. Еще какой-то, Василь Поли, Ватутин, что ли, девочка у меня просила. Там три названия было. Алена, Настена, что-то такое. У меня их нету. Пока из того, что есть, я поем. Ну и есть-то у меня немало видов, так приличненько вроде. Но все равно как бы этих у меня нету, песчаночки нету. Как куплю, но я записываю это все, даже не переживайте. Как куплю, я уже перейду на те записи, которые вот у меня относительно тех, которых у меня вот в данный момент нету. Как появится, куплю и поем по вашей просьбе, поэтому ждите. Так. Приветы мы больше пока передавать не будем. Чуть-чуть передохнем, потому что есть мои девочки, которые возмущаются. Я их тоже понимаю и должна как бы тоже на уступку пойти. И вы для меня дороги. И те, кто передает приветы, и те, кто уже не хочет это слушать. Поэтому обе стороны очень дороги. Я передавала приветы не один день, несколько дней, поэтому сейчас у нас передышка будет. Приветы я передавать теперь не буду. Вы знаете, я вас всех люблю, ценю, уважаю. Всем желаю здоровья. Ну, пока временная передышка у нас насчет приветов. Хорошо? И просьбы, кто просит поесть мелочек, там глинку, еще что-то. Просьба только один раз. Можно одному человеку один раз. Потому что я смотрю, уже я некоторые просьбы как бы выполнила это, наверное, мне это слово не нравится. Поела то, что просили, и вторичные уже просьбы пошли, а там очередь у меня большая, поэтому только один раз. И только у нас будут эти просьбы до конца февраля. Потом у нас будет передышка, и только в осенний период продолжится, дай бог. Дай бог нам всем здоровья, и я думаю, все будет хорошо. Следующее, вот еще раз повторюсь, завтра я выпущу видео, оно будет у меня на втором канале. Так что подписывайтесь, кто не подписан, и продолжайте смотреть на втором моем канале. Люблю вас, ценю, уважаю. Поэтому, девчонки, кому что-то не нравится, возмущайтесь, вот... То, что я передаю привет, вы можете это написать просто в мягкой форме. Я все пойму и вас тоже поддерживаю. Вы не думайте, что как бы, аудитория вся для меня дорога. Все. Поэтому мы обязательно что-то обоюдное найдем. Чтобы обе стороны в обиде не остались. Я этого не хочу. Чтобы кто-то обижался и кого-то что-то раздражало. Нет, мы должны жить дружно, одной большой семьей, быть вместе. Поэтому я поддерживаю. Если вам что-то не нравится, вы пишите, пожалуйста. Ну, только без оскорбления, конечно. А то
Бывает, напишут, а потом в конце оскорбления. Ну, как бы нежелательно, потому что, когда есть оскорбление, уже человека понимать не хочется. А в мягкой форме, без оскорбления, конечно, я всегда пойму. Поверьте мне, я всегда навстречу иду любым, как бы не только моим подписчикам, и вообще по жизни я как бы такая. Всех понимаю, всех пойму. Ну, просто не люблю, когда меня обижают, оскорбляют. Я думаю, иногда это просто незаслуженно. И вообще это незаслуженно. Потому что я всегда к людям отношусь очень хорошо. Я не думаю о плохих вещах, о негативах. Нет, всегда все в мягкой форме. Ну, некоторым девочкам не нравится, да. Даже я когда отвечаю в мягкой форме, им не нравится. Ну, не знаю, может быть, привыкли по-другому. Но я по-другому не могу. Вот, поэтому я вас люблю, милые мои. Спасибо вам большое. И коробки мы почему ставим, девочки, некоторые возмущаются. Вот зачем вы это ставите? Мы хотим видеть то, что мы едим, да? Девчоночки, милые, поймите тоже правильно, что ну, все-таки это украшает какую-то часть экрана, правда? Что-то яркое. Я думаю, что это не совсем ужасное, чтобы там как-то, ну, это не воспринимать. Но это у нас для, вы знаете чего, многие знают, не буду говорить. Поэтому будут у нас такие сладости, у кого-то фрукты, у кого-то цветочки, у кого-то кто что может, то и как бы ставит. И вы нас тоже, всех мелоежек, поймите. Кто не ест мел, я обращаюсь к ним. Всех мелоежек поймите правильно. Это нужно просто, потому что вы знаете, что мел и глина у нас несъедобная вообще. Ну, это вот организм требует, и мы едим его. Поэтому что-то съедобное может быть или что-то отвлекающее должно быть на столе. Вот. Так что вас люблю, дорогие мои, задержала вас всех. Так что идите, делайте свои делишки с семьей. Вот, желаю всем вам, вашей семье благополучия, удачи, везения, здоровья. Самое главное, спасибо вам, что вы уделили время для моего видео. Большое спасибо. Ну, теперь я с вами попрощаюсь и дам вам уже ваше остальное время. Не буду занимать, чтобы вы продолжали общение со своими близкими, родными, да? Потому что я тоже по себе знаю, что я когда смотрю видео, у меня мама на кухне, там сидит, чай пьет, ждет меня, пока я до конца не досмотрю. Есть такое. Ну, это у всех есть, наверное, это нормально. Уже как-то нормально, да? Вот. А вообще желательно побольше быть с родными, если честно. Есть и такое. Ну все, дорогие мои, задержала вас. Ой, на турецком уже не буду говорить, наверное, мои поймут. Я им коротко только скажу, моим милым... Моему милому, моей милой Турции. Вот так правильно будет, да? Так, пчелырым, тешекюр эдерим, севьёрым, эпюрым. Гюрюшерюс, ярн иншалла. Вот. Так что, бай-бай, целую вас. Пока-пока.